канун Нового года по лунному календарю сотрудники мэрии Кызыла организовали для жителей левобережных дачных обществ яркий праздник Шага. Юрта и Зикхан у костра, национальные игры, частушки, благопожелания, детский смех. На ЛДО состоялось пышное празднование Шага. Мероприятия, посвященные народному празднику на левобережных дачах, начались в 13 часов на территории буддийского храма. Наше территориальное управление мэрии уже проводит третий год. Получается, ежегодно число участников все увеличивается. И нынче мы установили национальную юрту, чтобы участники могли там во время игр там, ну, туда зайти и попить горячий чай. И Зикхан мы там изготовили. И кроме того, будет конкурс по поеданию пельменей. Вот, ну, очень много разных конкурсов будем проводить до позднего вечера. И надеемся, чтобы участники тоже, жители будут подтягиваться сюда. И, в принципе, всех поздравляю с праздником Шага. Для любителей тувинских национальных игр были подготовлены традиционные конкурсы. Аскак Кадайлажир, Тевек, заарканивание коня, поднятие камня, перетягивание каната, игра на костях, съедание пельменей и конкурс частушек. Самым зрелищным стал конкурс приседания с бараном. Участники по условиям состязания с крупным бараном на плечах должны были выполнить приседания столько раз, сколько сумеют. А главным призом для победителя является сам баран. Завершились массовые гуляния праздничным молебном.